Высокие технологии. Хай-тек. Исследователи из Массачусетского технологического института создали устройство, позволяющее не только зарегистрировать, но и увеличить мельчайшие колебания предметов настолько, что они становятся видны вооруженному микроскопом человеческому глазу. Разработка получила название «микроскоп движения». Его, как говорят исследователи, можно применять в разных отраслях знаний – от медицины до проверки прочности строительных конструкций. В основе идеи регистрация волновых колебаний идею выдвинул Нил Вадва, выпускник факультета компьютерных технологий. Несмотря на высокую разрешающую способность современных микроскопов, сегодня существуют материи, которые не могли быть рассмотрены с его помощью. Нил Вадва предложил изучать не столько сам предмет, сколько его движение. Разумеется, что в основе архитектуры новой разработки лежит прежде всего новое программное обеспечение, позволяющее увидеть мельчайшие изменения на уровне движения пикселей. Результаты, как заявляют авторы, не только поражают воображение, они могут быть использованы как в прикладной науке, так и в повседневной медицинской практике. Например, актуальная тема смертности среди младенцев, которая вызывается порой остановкой дыхания. Новый микроскоп позволит измерять частоту дыхания в случаях, вызывающих у педиатров озабоченность. Для того, чтобы вести наблюдение, не обязательно носить микроскоп с собой. Достаточно монитора, который к нему присоединен. Опасный для подвесных строительных конструкций вроде мостов резонанс, который приводит порой к разрушениям, тоже может быть не только зафиксирован с помощью микроскопа, но и измерен, что улучшит характеристики безопасности.